Добрый день, друзья, подписчики и гости канала. Давно я не выходил в эфир, ну, по разным всяким причинам, не стоит об этом. Кому интересно, расскажу подробно, отдельно, лично. Ну, а сейчас давайте поговорим о одной вещи, которую я недавно для себя открыл и думаю, будет находкой для вас, если вы любите ловить зимой подлещика, леща, да и вообще, в принципе, белую рыбу. Называется эта находка «Кивок Щербакова». В общем-то, ничего сложного в конструкции этого кивка нету, но так уж получилось, я их купил в интернете. И покупал я, если честно, их даже не потому, что они как-то определенно работают, а покупал я их для того, чтобы ловить в палатке и чтобы работал сигнализатор. Сигнализатор, конечно, нужен в определенных моментах и в определенное время суток. Но в основном эти кивки хороши не этим. Эти кивки хороши как раз в тот момент, когда подлещик берется очень осторожно. Вы часто, наверное, видели, кто ловил белую рыбу зимой, когда подкидывают кивочек и тут же бросают, подкидывают и тут же бросают, чуть-чуть потрогают и тут же бросают. Рыба аккуратно и осторожно. Но если поставить кивок Щербакова, за счет противовеса, который служит именно как раз здесь сигнализатор в данном случае, рыба не чувствует вес приманки, то есть вес вашей мормышки, либо грузила, и берется более активно. И в тот момент, когда у меня получилась такая ситуация, что рыба бралась совсем неактивно, именно кивки Щербакова очень сильно выручили. И вам советую их приобрести. Кому надо, оставлю снизу ссылочку. Ну, в принципе, кто хочет, может сделать сам. Ничего сложного в их конструкции нету. Почему оставлю ссылочку? Потому что понравился подход человека, который их делал. Прислал два кивочка в тубусе. Все аккуратненько, все красиво. Не хуже, чем в магазине. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам пригодится информация. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить нужную для вас информацию. Всего хорошего, до встречи на водоемах.